Не вынес провала. Мюнхенский стрелок в день трагедии провалил экзамен в техникум. Немецкая пресса также узнала, что 18-летняя Алисон Бали страдала синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Над ним издевались ровесники турецкого и арабского происхождения. И вот он якобы решил отомстить и пригласил их под видом девушки в торговый центр «Олимпия», где и устроил бойню. В итоге Санбали убил 9 человек, и большинство из них несовершеннолетние. После атаки в центре столицы Баварии власти Германии задумались об ограничении доступа к огнестрельному оружию. Вице-канцлер Зигмар Габриэль напрямую задал вопрос спецслужбам. Как психически неуравновешенный 18-летний подросток смог получить пистолет и патроны? Мюнхенский стрелок Алисон Бали палил по людям в центре столицы Баварии из пистолета Глок, который, возможно, купил, более того, у немца иранского происхождения, было 300 патронов. В доме нападавшего в ходе обыска полицейские нашли газетные вырезки про нападение и также статью с заголовком «Почему ученики убивают?». И там были описаны случаи массовых убийств в учебных заведениях. Специалисты говорят, что подросток страдал психическим расстройством.